Народ, всем привет! Сегодня хочу замутить, короче, глаза коровьи и мозг. Хочу сварить и употребить, как говорится. Это у нас голова коровы, без рогов уже, без языка, чисто вот глаза, мозги и на щеках немного есть мясо. Сейчас я ее распилю, разделаю, как говорится. Мозг достану, глаза достану, все это дело буду варить где-то около 2 часов и потом буду пробовать. Штука очень офигенная. Кто не пробовал, попробуйте, у кого будет возможность. Обязательно глаза и мозг. Очень вкусная штука. В общем, сейчас хочу это все дело разделать. Купил, короче, на забойном пункте за 200 рублей голову. Чисто вот сварить суп. И потом еще кое-какие места там подрежу, щеки. Такие места, где вот мясо еще осталось. Довольно-таки процедура не из легких. Мелкие кости все равно будут, как ни крути. Очень сильно заморожена голова. Так, переднюю часть мы разрубили. Вот мозги я вижу, слишком сильно промерзло. Прям капитально. Надо будет еще пилить и пилить. Немножко подождем. Сейчас пока глаза выковырим. Потом уже будут мозги. У нас коровий глаз. Штука очень вкусная. Вот смотрите, вот это все коровий глаз. Ну, немножко тут есть, конечно, черепушка, но мы ее потихоньку отделим, потому что череп нам не нужен. Блин, сильно замерз вообще, кирдык просто. Так, варить мы будем не суп, варить мы будем чисто глаза и мозги. Так что вот эти какие-то ресницы там лишние, это фиксим, фигня это все. Все это мы лишнее сейчас обрежем. В общем, так, голову я раздел, все готово. Глаза я отфигачил, мозги напополам разделал. Сейчас они немножко отойдут, на улице-то намного теплее. Обрежу еще щеки ножом на суп. И, ну, это чисто вот мясо будет на суп. А глаза и мозги это будут уже отдельно. Деликатес. Очень вкусная штука. Я уже пробовал, конечно же, это до этого. И еще раз с удовольствием попробуем. Со щек мясо я буду разделывать вот таким вот ножом. Натуральная кожа. Такие вот ножны красивые. Это нож называется напарник. Сталь Х12МФ, кованая, полунержавейка. Спуски у нас вогнутая линза.
рукоятка черный граб с таким вот темляком. Попробуем сейчас все это дело разделать, как он будет работать. Ставленничка очень хорошая, ножик очень понравился, ссылка будет в описании, кому будет интересно. Так режет вообще просто отменно, просто как бритва. Это все у нас сейчас пойдет на супчик. Штука офигительная. Люблю вот такая вот хрень, это типа вот голова там коровья, сбои всякие вот эти, потроха, желудки вот коровьи. Очень вкусная штука. Положить вот сюда в тарелку чашку. Сейчас щеки понаобрезаю чисто на суп. Вообще отменно. Просто мерзлое мясо вообще на раз берет. Без напряга, просто. Просто ведешь вот так раз. Вообще круто. Режу в перчатках, потому что, ну, чтобы не качкаться здесь, руки не марать. Тем более порезаться на раз. Так что будем поаккуратней. Сейчас щеки обрежем. Люблю очень говядину. Именно вот это вот коровье мясо. Вот такие вот пластинки. Вкусно пахнет. Струганина. Мерзлая, так можно как струганину сделать. Обожаю просто так мясо. Не, ну режет, конечно, да, круто. Мерзло вообще. Еле раздолбал голову. Сейчас надо как-то еще мозги отделить. Как в черепе, как литые. Так что это самое, такое дело. Нужно было все-таки немножко подождать. Ну ладно. Так. Ножик очень хороший. Он тупится очень редко, потому что сталь довольно-таки хорошая. Единственное, если в полевых условиях вы его затупите, вам будет проблематично его наточить. То есть об кирпич там или об печку где-то не получится. Так что такие дела. Так, здесь пока оставим, наверное. Потом еще обрежем с этой стороны сразу. Голову-то ронял в траву. Щеки. Чисто щеки обрезаем. На суп. Потом еще там на раз, по-моему, будет обрезать. Все это будет нормально промываться. Так. Нож идет как по маслу. Вот такое ощущение, как будто если чуть пропустишь, что по пальцам так фиганешь, что никакие перчатки нафиг не помогут. Все это вот на суп будет достаточно. Вот это мы оставляем. И сейчас начинаем варить глаза и мозги. Так, как-то с горем пополам я мозги выковырнул. Не так-то это просто оказывается. Так, в кастрюлю. Это очень вкусная штука, кстати. Кто никогда не пробовал, советую попробовать. Очень даже советую. Кто не пробовал. Суповой набор. Все остальное будет суповой набор. Вот оно. Все. С одного полушария мы достали. Достаем с другого. Хотел распилить, но, блин, сильно заморожено. Придется вот так вот. Потихоньку.
потихоньку. Он лед голимый. Никуда не деваться. Где-то мелкие косточки, если будет, ничего страшного. Аккуратнее просто надо. Мозги — эта штука охрененная. Сюда. Эта сторона чуть поменьше. Тут побольше разрубил. Ну, штукенция, конечно, крутая. Сейчас будем варить часа два где-то. Вместе с глазами все. Вот это как бы пусть будет бульончик. Лишнее тут сильно обрезать не буду. Вот так чисто грязь какая-то вот эта есть. Можно срезать. Ну все, это кошки. Кошка придет, подберет. Так, вроде бы как все. Сюда кидаем. Ну и второй. Второй у нас тоже будет в кости. Потом я просто его достану и все. Все, готово. Начинаем все это дело запаливать. Сейчас печку запалим и будем ждать 2 часа. Закладываем дрова. Многие, наверное, удивятся сейчас. Скажут, ну вообще охренел. Коровью голову ест. Ну, как сказать. Не я один такой. Многие так делают. Это очень вкусно. Так что ничего в этом страшного нету. Вот так. Закладываем береста. Начинаем запаливать. Печка будет у нас топиться где-то часа 3. Все вместе взятых. Сейчас водички зальем, посолим. Это чисто будет мясо, как бы у нас. Гарнир отдельно. Картошку, естественно. Картошку я очень люблю. Сейчас все сделаем по фэншую. Опа. Все, печка у нас начинает коптить. Так, береста у нас красиво. Красиво так шкварчит. Выгибается все. Ладно, закрываем. Чтоб тяга была. Все круто. Ну, сейчас водичку залью. Заливаем воду. Одного ковшика пока достаточно. Оно будет еще увариваться, потом посмотрим. Будем добавлять еще. Трава у нас всякая фигня. Сейчас я с крышкой закрываю и ждем с 2 часа. Так, глазишки у нас пышат. Опа, кипят как красиво. Глаза, мозги. Бульончик жирный, очень жирный. Очень вкусный. Вот так вот. Еще часа полтора, наверное, и все. Будем, наверное, заканчивать с этим делом. Будем уже отведывать. Наше мясо уже пыхтит 3 часа. Вот так вот оно пыхтит. Так, сейчас попробуем. Это у нас глаза, это глаза, это мозги, вот они мозги, или мозги, как правильно, это вот. Накипь, ладно, давайте попробуем. Офигенная штука, блин, еле-еле дождался. Коптит, все нормально работает. Печка работает вообще отлично. Это глаз. Это у нас глаз. Точнее, глазное яблоко.
Очень все мягкое. Все вкусно. Смотри, какая штука. Вот это все жирок вокруг глаза. Единственное, вот это черное, где зрачок, там кристаллик будет твердый, его надо выкинуть. А все остальное вообще крутое. Так что все, ребятки, я буду есть. Приятного всем аппетита. До новых видео. И всем желаю удачи. Пока.